Безнаказанность руководства Азербайджана поражает, потому что они могут себе позволить в день заседания ООН начать вот так просто уничтожение людей, до этого заблокировав 10 месяцев. Это возможно только потому, что они чувствуют свою безнаказанность. Я призываю весь мир вести санкции против Азербайджана, Армению призываю признать независимость Арцаха. Мы глубоко встревожены резкой эскалацией ситуации в Нагорном Карабахе. Поступают сообщения о начале азербайджанскими вооруженными силами, как заявляет Баку, антитеррористических мероприятий в регионе и ответных действиях местных армянских вооруженных формирований. Российская сторона настоятельно призывает конфликтующие стороны остановить кровопролитие, незамедлительно прекратить военные действия и вернуться на путь политико-дипломатического урегулирования.